Алтес-Лагер. Мы на территории расположения подразделений артбригады и других частей Алтес-Лагер. 28 января 2023 года. Здание. Вход в казарму. Не так давно мы ходили с вами по чердаку этого здания. Вот ориентир — стадион. За футбольным полем сразу спортзал. Ну, здесь такое же здание. Таковы же крыльцо, такой же подъезд. Прямо за спиной спортзал, прямо будет Старовой плац. Да, мы же здесь с вами тут как-то заходили, ну, буквально пару недель назад. Не заходили, ходили, дергали двери, смотрели и пошли. Мы, нас интересует следующий подъезд. Вон тот. Да. Тут вход. Времени 3 часа местное время. 15 часов. Слева и справа в этих зданиях вход в склады. Шиповник. Вот подвалы видны. Вот входы в подвал. Также и здесь, с этой стороны. Впереди Строевой плац. И мы пойдем направо, направо. Очень пасмурно, но снег не пошел. Хотя должен был быть, по прогнозу. Вот этот подъезд. Редко попадает у нас в кадр, поскольку летний период. Он заросший тут. Это крыльцо. Вход. Извините. Все это плохо видно. Вот эта площадка, мне неизвестно, что здесь было. Вон там мы начинали видео. Ну, только начали, уже 8 минут. Так быстро время. Вот как тут зарастают. Вырастают березки, как из крыльца. Разрушает дерево. Да, увидел через экран, что я в перчатках, холодно. 1 или 2 градуса тепла. Снежок, который был ранее, он частично видно на крыше. Здесь вот видно немного. Подтаивает. Уже ветер растаял, можно сказать. Вот. Осталось чуть-чуть. Где машина, видимо, ходила. Охрана тут придавила. Автомобиль охранный. И вот мы подошли к этому подъезду. Если удастся, мы сюда поднимемся. Именно в этот подъезд. На лестничную площадку. Ну, это, конечно, будет изнутри. Посмотрим. А идем мы сейчас, да, к курилке. Вот здесь мелькает уже. Это столовая. Это все выросли деревья на плацу. На площадке. А тут
видно дорожка. Сюда мы и пойдем. С этого ракурса посмотрим. Какие тут подразделения сюда заходили и размещались? Я не могу, конечно, сказать. В разное время разные. И артбригада, и мотострелки. Здесь же размещались и артиллеристы-противотанкисты, подразделения войсковой части химической и бактериологической защиты. В этой казарме и вот в этой только не было здесь ни противотанкистов, ни химиков. А здесь были. Да, вот эта дорожка идет к курилке. И мы туда пойдем. Перекур. Какая-то пауза между занятиями. Мы сюда. Вот это вот как тут. Мы сегодня уже были с вами в Нойшлаге. Это вот соцветия или плоды, или что уже. Это снежная ягода. Вот курилка. Останки скамеек. В центре должна быть пепельница. В кавычках пепельница. Бочка обычно закопана. А тут должна быть по центру. Но это не видно. Но если это курилка, должна быть и пепельница. Вон там не открыто ли? Вон там окно открыто. Может быть, даже мы тут и зайдем. Ну, это все может быть. Да. Курили, посидели. Кончай перекур, выходи строиться. Сержант или старшина, кто-то скомандовал. Побежали. Мы построили. Бойцы побежали, а мы дальше пошли. Сюда же. Вот это все обрамлено таким бордюрчиком. Вот он. Это зеленый мох. Бордюр. Обрамление этого места. Хотел сказать, святого места. Нет никакого. Нет, нет. Интересное, да? Ну, не более того. Вот тут за углом вход. И вот здесь заворачивается сюда. Направо там, по-моему, у нас где-то в кустах вход в подвал. Может быть, даже тут чуть дальше. Может быть. Вот столовая. Мы здесь ходили вчерашним днем. Видео не делал, не стал делать видео. Был дождь. Фотографии сделали в столовой. Это животные. Кабаны здесь отдыхают. Близ курилки. Это здесь должен быть двери. Вот они двери, да. Вот двери. Подвал. Но тут закрыто.